Да. А. В Заречном стартовала 54-я спартакиада трудовых коллективов. Легкоатлетический кросс стал первым этапом соревнований. В перечне состязаний спартакиады еще стрельба, лыжная гонка и многое другое. Впереди 16 видов испытаний, добавлены новые в этом году. Следующий будет мини-футбол. В легкоатлетическом кроссе участвовали 18 команд. На старт вышли более 100 человек. По условиям соревнований женщины бежали 500 метров, мужчины 1000. Тут силы тяжело распределить по всей дистанции. Вот. А соперники хороший темп выбрали. Первое место в легкоатлетическом кроссе завоевала команда «Старт». Второй результат – у сборной «Пламя». Третьими стали спортсмены «Союза». 12 октября состоится следующий этап спартакиады. Трудовые коллективы будут участвовать в турнире по мини-футболу. Игры пройдут во дворце спорта «Заречного». Дмитрий Балясников, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».